веревки для сушки белья посреди кухни, огромные тазы и чайники из латуни, ключи от квартиры под ковриком. Все это и многое другое с особым трепетом и усердием воссоздано сотрудниками Музея политической истории России. Хоть и под банальным названием «Коммунальная кухня», зато с научной точностью и всей педантичностью в выборе фактов и экспонатов. Существует, прежде всего, мой любимый исторический источник – это мемуары. Вообще, да, это такое, ну, научным языком, пистолярное наследие. Ну и, конечно, мы обращаемся к этим воспоминаниям. Они позволяют нам воссоздавать, то есть реконструировать реальную историческую жизнь. Мария – кандидат исторических наук и в музее является незаменимым сотрудником. Помимо трудоемкой научной работы, ей приходится также отбирать нужные экспонаты и декорации для выставок. Порой придумывать театральные костюмы для работников музея, чтобы выставки были для посетителей наиболее интересными. Здесь вот наша экспозиция «Советская эпоха между утопией и реальностью». Это выставка «Российская политика. Петербургское лицо», которая будет не безинтересна каждому петербуржцу. Это выставка, посвященная особняку Кшесинской Матильды Феликсовны, потому что уникальность нашего музея в том, что он располагается в двух исторических особняках. Из всех же необъятных исторических ценностей, личных вещей Берии и Сталина, кричащих актуальными лозунгами и плакатами, Марии нравится то, что напоминает ей о советских годах ярче всего. Это сумочка, ну, не та, которую вы подумали, не маленькая сумочка, не редикюль. Это сумка-сетка, которая получила название в 20 веке «Авоська». Авось куплю, авось нет. И свидетельствует дефицит самоснабжения населения. В отличие от тех времен, сейчас мы купаемся в изобилии товаров. Зато преобладает дефицит посетителей музеев. Ведь большинство свободного времени нам приятнее проводить на диване. Юлия Никифорова, Дмитрий Соколов, Владимир Кудряшов. «Однажды утром».